Для меня пиво – это напиток, под который хочется почилить, растянуть удовольствие, попить с кайфом, а не так, чтобы нажраться и пойти убивать неверных. Павел Емельянов задонатил мне на это пиво полгода назад. И так уж вышло, что я нашел его только сегодня, в магните. Гринберген Блонд. Вообще я не фанат крепленого пива. Ну что ж, Пашка сказал, что пьется он достаточно легко и горечи вообще не чувствуется. Открываем. О, батины сапоги запахли. Цвет золотистый, ни капельки не темный. Пена выглядит достаточно нежно, на фэри не похоже. Слушайте, а правда ничего? Лично я не чувствую крепости, как будто реально пьешь пиво просто с каким-то чудным привкусом. Единственное, что я чувствую какую-то ересь в запахе. Реально что-то типа резиновых сапог или ацетона. Конечно, для российской молодежи это пиво представляет большую угрозу. Можно очень быстро, незаметно нахуяриться и пойти устраивать геноцид. Но если ты быдло кубанское... Блять, как красиво пузырики текут. Павел Емельянов, спасибо за прекрасный сексуальный опыт.